Кослинги. Это королева Мария, да? Здравствуйте, я Давидис. Мы проезжаем Дракула Кесл. Ну, типа, we can just stop. У нас проблема, большая проблема. Oh, yes. Привет, познакомьтесь, это Сережа. Good morning, my friends. Это Лена. Будем меняться. Вот это наша. Здравствуйте, это Маша. Что? Мы уже находимся в Брашове. Немножко моросит дождь, поэтому Лена делает дождь. На часах 6:19 утра. Мы не знаем, как мы будем добраться до Брана. Тут стоит автобус, что классно. У нас нет мест нигде. Факт. И нам не отвечает координатор проекта, по которому мы приедем. И что будете делать? Отнимать у местных бабулесов? Я просто... Специально палец поставил? Давай, я тебя спрошу. В этом случае я собираюсь брать вот этот автобус и угонять его сразу. Я даже не буду платить денег. Здесь водительский пункт. А он не понимает румынский, да? Хочу, что взяли ребята? Рюкзак, чемодан. Сережа вообще как девочка собрался с чемоданом. Не как девочка, там мой брат. Ты что, прикалываешься? Мы если отсюда возьмем такси до Брана, то знаешь, сколько это выйдет денег? Тогда что мы делаем? Мы вот сейчас едем на этом автобусе, меняем локацию, едем до Брана. Из Брана, с Аутогары, уже берем такси до непосредственно замка, где мы и будем проживать все эти 9 дней. Нет, мы в классном отеле с классным видом проживаем. Ты заходила на свой? Нет, мы ничего не знаем. Вот так выглядит местный автобус. Один до Брана наш стоит. Не ворон, это большой. Они обсуждают птицу. Вот. Такой автовокзал. Вот так. Нам сказали, что здесь очень много автовокзалов в Бране, и что у каждого, у кого есть автобус, может себе открыть автовокзал. То есть, по сути, ты берешь билеты у самого водителя, тут почти нет касс, и вот, очень мало автобусов стоит. Ну, как бы, а где? Вот там касса. Ребята, на ладошке задержу. Внутрь с чемоданом, да? Заходит. Все, что взяла я, это вот этот рюкзак и сумка. Это люкс, это VIP-автобус, который доезжает до Брана. Нам очень. Вот такие сиденья. О, 3 билета, спасибо. Тебе сдали сдачу в Ронах? В Ронах, да. Ты будешь в дождевике сидеть? Вы понимали, вот смотрите, у меня такая сумка, вот у нее такая сумка. И по весу одинаково. Это да? Умение поставить все в одну сумку. Все. Я тренируюсь на концерт Ланы Дель Рей, поехать только с ручной кладью. Нас остановили в очень живописном месте. Вот такая красота. Там домик, здесь речушка. Но нам вот туда по дороге. Автобус поехал в ту сторону, а нам нужно туда. И куда-то туда. Оцениваем лук Лены в комментариях. Специально мы в Бране. Пару слов. Холодно очень. Говорю, Космину привет. Привет, потому что мы его ждем, как-то его вот нету. Да? Зашли погреться немножко в магазин. Мы не в Бране, как оказалось. Но мы в Румынии. Но мы в Румынии, мы где-то в горах, там снаружи какой-то мужик сам с собой разговаривает и кричит. Но мы его не снимем для влога, это уже не, это да, не блоговая ситуация. Да. Маша сказала, что мы дебилы, но мне кажется, что дебил тот человек, который отвечает за транспортировку людей с другой страны и не выходит на связь. Космину привет. Что мы решили? Что мы пойдем в ресторан и будем ловить там Wi-Fi. Потому что такси здесь не ходит, такси в Бране, а мы, оказывается, не в Бране. И мы идем в этот ресторан, который выглядит немножко закрытым. Красиво, красиво. Ой, туристы. Энкис. Энкис? Ой. Открыто. Закрыто. Давайте чисто проверим. Вот это открыто. Ой, тут горит свет. А я сказал, что кис. Опа, открыто. Они только открыли. А время 8 утра, поэтому... Они открылись. 8 утра. 8:04, мы уже в рестике. Ой, такая жизнь. 8 утра, мы уже в ресторане. Ну, как бы... Вид, ну... Point view. Цаца. Hello. In restaurant, how is Hello. The name of restaurant? Zest. I don't understand. Where are you? I sent you location. I saw the location.
Космин вышел с нами на связь. Космин вышел на связь. Нас прилетели вот в таком ресторане. Ну, цаца. Как бы все для нас. Здесь мы нашли Wi-Fi, туалет и связь с Космином. Давайте поговорим про бабки румынские. То, что они пластиковые вот такие. Мы влог снимаем. Да-да-да. Вот такие пластиковые, они не мнутся, вот можно помять, а они назад возвращаются. Что с угодно с ними делать? В средстве добрых людей. Да, да, я укуей, но и трей сунтим. Да, ту ж ты юнди, но и сунтим, да? Угу, угу. Ши че озвей ту? Сауну. То если бы мы отчаялись, то у нас были бы совершенно другие эмоции. А так я на большом приколе и принятии. Но Космину хочу передать привет. Огромный привет, и на самом деле... За тренинг прошел? Это уже будет, ну, мы говорим, это будет мемом, понимаете? Каждый раз, каждый день мы будем говорить на русском «Космин, привет». Короче, мы позвонили этому человеку, Космину, да, вы уже знаете его заочно. Это уже знаменитый. Он сказал, что все участники приезжают после двух, и оказывается, мы должны были тусить в Брашове до двух часов на вокзале, потом бы нас забрали и отвезли сюда. А мы как бы, наоборот, думали, чтобы сюда поближе приехать, чтобы нас забрали. Тут 5 километров осталось до нашего места, где мы остаемся спать. В гору. В гору, в дождь. Поэтому мы сидим в ресторане, и я говорю, можно, пожалуйста, до 2 часов нас как-то заселить, чтобы мы там уже были? И он сказал, перезвонит. Первый он сказал, типа, он будет в Брашове, тренинг. Мы такие все не поняли, мы только приехали из Брашова, понимаешь? И потом он говорит, I'm sorry, I'm brown. Uh-huh. На часах 10:46 мы отправляемся в отель. Заказал Сережа на такси. И вот, выходит... 32 рона на 5 километров. Ну, я потом выберу. Что, вперед сиди? Да? Ну, мы приехали. Приехали в такую классную виллу. Это там овечечки. Красиво. Очень ухоженная территория. Мы на ресепшене. Как тебе? Очень красиво. Я надеюсь, что нас сразу поселят, накормят и спать уложат. Мини-рум-тур. Здесь очень интересный бар. Вот такие столики. Я предполагаю, что здесь мы будем обедать. Вот наши вещи. Мы не можем заселиться до 2 часов. То есть мы просто нам разрешили оставить вещи. Ну, славно. Прикольно. Эх, это... Тут мы будем вести тренинги. Да, пахнет комнате. Пряниками, скажи. Да, да. О, там есть бильярд! Гопа игра... Ой, ну тут прохладно, но есть бильярд. Сейчас я... Только попробуй. Мы нашли проход к горе, правда, дождь. Царь горы. Но вот там гора. Мы как эти исследователи. Я люблю приезжать первой. А я всегда люблю быть первым везде. Сейчас мы подглянем, что здесь. Опа, тоже на гору можно выйти. Ну красиво, красиво. Там такая гора, тут гора. Там гора. Там гора, не видно. Замечательно. Мы сейчас это все расстелим. У нас будет поляна. Это скатерть? Да, это скатерть. А главное, господа, у них же стол, но нет, мы пренебрегаем столом, правилами. За столом не байк. Мы можем заселиться только в 2 часа дня, и в этом большая проблема, но я благоразумно взяла с собой еды, от которой изначально отказывалась. У нас сейчас... еще буковина есть, прямо с гербом еще... Романи, видите? А у меня вода с грейпфрутом. У меня кола осталась. Наша комната 12. Заходим, смотрим. Опа! Опа! Смотрим. О! У нас тут лично... Закрыто. Ключом, наверное. Вот так красиво за окном. Нифига. У нас VIP-комната. Значит, у нас двухспальная кровать, одна маленькая кровать, телевизор красивая. Первый раз вижу, чтобы... Туалет запечатан. Алло. Красиво. Здесь душевая. Ну, нормально. Посмотри сюда. Тут еще цветы не отцвели. Красиво. И овечки. Сейчас мы идем открывать дверь. Лена, закрыта. Почему закрыта дверь? Ну, можно здесь выходить. А здесь вот. Ой, красота. Крум-тур Сережной комнаты. Найс.
Опа. Ну, телек, понятное дело. Ой, я буду смотреть следующий. Открывается, да? Нет, не открывается. А, жалко. Но все равно красиво. Видончики, футбольное поле прямо тут, понимаете? На часах вот что. На часах 6:24, через 25 минут будет ужин. Мы не ели с самого утра, точнее, ну почти. У нас был как бы перекус. Да, но это не считается на самом деле. Это наша еда, да? А, пряники мы поели, типа, окей, это за счет. Но мы ждем ужин, кстати. Какие-то подростки там чилят, я не знаю, что они вообще там делают. Приехали еще две девушки из Молдовы, но они учатся в Румынии, так что у нас банда-команда из Молдовы, 5 человек. И считай, это очень хорошая атмосферка. Что, все? Ты думал, ты продолжаешь меня снимать, а все, нету этого, как говорится. Я так проснулась, и у нас фэнси ужин. Мы пришли кушать. Там футбол играют. Я хочу с ними поиграть в футбол. Так, что у нас сегодня на ужин? На ужин макарошки, паста. Мама, боже, это очень вкусно. Да. Тут мясо, это ребрышки. Еще салаты. И этого стоило ждать all day, all night. Пару слов. Вика набрашов, но винит лавора шаптеши и трещечка микро салот. Сейчас винит. Ну, автобус. Они нам отвечают. Мы играем в бильярд. Это ужасно. Прыгай второй ногой на стол, давай. Как ты учил? Так берешь двумя пальцами. Ну, вот так. И смотришь, и смотри. И ты бьешь в центр мяча, понимаешь? Смотри, аккуратно. О! Мы играем в бильярд. На часах 8:32. На часах 8:30, да. Мы украли апельсины. Так. Mm-hmm. Okay. А вы не хотите апельсин забить туда? Do you want to say something for a vlog? Okay, that JP, your positive side JP. Really? Oh my god. No, this is a lie. This... А боже мой. А боже мой. Окей, да, госпожа, бабушка. Да, госпожа, yes. Госпожа. Yes. Бабушка. Oh, cool, yes. Нет. Привет! Спасибо. Сука, блядь, нахуй курва. Мы раздаем денежки молдавские. Покажи. Show me. What did you say? To get the fourth of course, he looks like Harry Potter. I am like his mother. Он принес евро. Okay, this is 2.5 lei, 1 euro. Yeah. Romanian lei, I don't know. 2.37. Oh, cool. Okay, this is 20 cents. It's a euro? No, this is a euro. This is what, 20 cents. Oh, really? 1 euro, 20 cents. I mean... Didn't see it before, my God, how euro. Короче, мы решили напугать наших новых друзей. Без комментариев. Я сам бы напугал. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки и... Квест ТВ. Окей, погнали. How old are you, Christina? Let me think how the was it dramatic effect? No, I don't believe you. No. It's you're a liar. You're a liar. I just want to talk to you. I just want to wish aggressive to be healthy, loving. Rich. And happier than stylish ever. Person in this room. So, and I wish you not to meet Dracula here in this place, because this place is very dangerous. Он заберет у меня влог. Cheers! Sanitate, Marok. It's okay, we have to look at each other in the eye. Otherwise, we're going to have 7 years of bad sex. It's real.